Я хочу вас процитировать. Вы однажды сказали: «Я был нищий, жил в коммуналке. Только раскладушка и тараканы. Все, что у меня было». Я знаю, что вы даже играли в домино, чтобы прокормиться. Даже да, переводили... на бульваре играл в домино, чтобы выиграть рубль. А там, оказывается, я не знал, если ты выиграл, ты обязан продолжать дальше. Не имеешь права срываться. Я объяснил старикам, я был молодой. Мне нужен рубль. Да, на рубль можно было купить. У меня дочка, у меня же умерла первая жена, Валя Блинова. У меня осталась дочка. Четыре года. Я не женился, пока она не закончила институт, чтобы ее не травмировать. Ну что вы. А уже с женой живу 45, 47 лет, скоро 50 лет. Жена замечательная, у меня женщина.